Итак, всем привет, мы продолжаем проходить первый Биошок. Чё включить? Оставить стрелы, что ли, не знаю. А делать ни хрена, пошли. Оставлю пока стрелы, наверное. Блин, да куда тут? О! Ё-моё! Своль! Нет, не я. Я не спрашиваю по футболку. Я знаю, она мне пахнет. Они тебя послали, да? Эй, поставьте, да блин! Дайте мне свалить. Куда я вообще зашел? А, лифт. Пока. Мы все тут на уши поставим. Еще не все. Чего-то, надеюсь, в Вену еду. Надеюсь. Чё, долго эта способность меняться будет? Мистер Баблс. Долбанный Мистер Баблс, мы все... О! Мне его потрепал. Да, ты знаешь, мне пофигу. Ты все знаешь, я уже понял. Чёрт. Можешь схерачить. О, спасибо. Правда, что-то зажимать здесь одна аптека. Да ё! Нафига я кинул? Хотя... Она же вроде на него напала. На Биг Дэдди. Так что пофигу. Черт, эта смена способностей уже не убивает. Надо быстрее с этим заканчивать. О-о-о. Здесь жопа творится. Полная жопа. Да за... Твою мать. Привет, мистер Би. Ты мне тоже. Блин. Окей, окей. Мне туда, да? Хорошо. Я не паутик, блин, у меня с Дэнни личности началось, походу. Да, блин! Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Твою мать! Блин, заставил, зашибись. А, не, во. Ну! Шива. Я вообще могу включить-то? Да ничего особо. Надо бы патронов, кстати, купить. Ой, блин, ну нафига. Фурункулами, нет, спасибо. Я создал выбор жизни. Блин, я сейчас чувствую, сдохну. Точно сдохну. Да, я знаю, ни с кем не разбираюсь, я просто побегаю, но... Это пока работает. Правда, чувствую недолго. Блин, явно недолго это будет пахать. Блин. Пока вот более-менее побегаю. Ну, деньжата. Тут, я думаю, надо смотреться. О, Шива. Все. Теперь ты получил свободу. Наркотики Сушонга над тобой больше не властны.
Бери ботисферу и отправляйся на пик Прометей. Пора покончить с этим делом. Угу. Окей. Клинические испытания плазмида защитной системы. Образец 255. Доктор Сушон. Клиент Ryan Industries. Крайне неудачный день. Никак не могу добиться импринтинга больших папочек на маленьких отродьях. Защитная связь не желает создаваться. Папа Сушон! Пошла вон! Может, если я изменю последовательность генов на... Последовательность, позволяющую... Папа, убирайся, грязное отродье! Что? Что ты делаешь? Назад! Назад! Окей. Все ясно. Папе Шашонгу полный... Ну ладно, не важно. Ах ты ж, блин. Чё-то я косой. Ах ты ж сволочь, не сдох. Это не то, не то. Где? Так, на какой хрен мне огонь на роботе, блин? Твою маму. Чё вообще сделал? Все патроны потратил. Дум-дум. Это отстойно. Папа Сушон, блин. Тут что есть? Семки есть? Менты возьму. Я все возьму. Блин. Потом. Блин. Ну так тоже сойдет. Чё-то надо срочно отовариваться патронами. Да мне посрать кто-то. Полная звезда. Да блин. А, ну тогда же быстрее, спасибо. Тьф. Так намного быстрее. Тихо-тихо. Не спалиться. Да ты пошел вообще в баню. Да задолбал ты со своими шами. Куда я вообще? Блин, куда я вообще идти, я что-то не понял. А, сюда. Так я тут же был. Блин. Идиот. А, вниз. А, ну так быстрее даже. Окей. Что-то мне это не нравится. Ух ты, ё. Блин, ну закали. Чё, обоймы целые не спахал? Вы чё? Целые обоймы и пофигу? Да вы офигели. Блин. Да вы чё? Стебётесь надо мной. Блин. Чё-то куда я опять не туда пошел? На. Походу на то. Чё, ну тут слишком много всякого говна. Аптеки кончаются, но это печаль. Блин, быстрее ехать не можешь? Ну! Он вообще едет.
же так долго? Ну, наконец. Так. Блин, надо патаоны. Желательно что-то помощнее. Только что помощнее? Гаи, гаи! Гаи, гаи, ясно, чтобы не погасло. Да, заметно. Не, ну если это поговорить, то я не знаю. Ни хрена нет, что ли? Давайте бухнем. Упс. А куда она улетела? А, да пофиг с ней. Пофиг, валим. А куда ехать? Наверное, туда. Ну да, видно сюда, потому что больше-то и некуда, собственно. Да ну нах! Давай, блин. Алло, милиция! Фу, какая милиция? Че я вообще сказал? Мерзавец прямо у меня за спиной! А я и не слышал, как он подошел! Молодец. Печально. Задницу. Черт, я же долго не потяну тут так. Вот серьезно. Нужно что-то пополнение какой-то боеприпасов. Магазинчик какой-нибудь можешь. Хм. Надоела мне эта магия вуду, вашу мать. Не любите всякой этой хрени. Соглашайся прямо сейчас, и я оставлю этот хлам вам с немкой, но если вернешься, восторг превратится в аквариум. Черт, ты дал ему сбежать. Мне надо подумать. О, ну конечно, без проблем. Найди большого папочку и обыщи его. Очень советую лучше обыскать труп. Нашел систему управления костюмом. Зергут. Это первый шаг по превращению тебя в одного из мерзких больших папочек. Единственный способ пройти в ту дверь, через которую ушел Фонтейн, это заставить открыть ее для тебя одной из малышек. Они смогут тебе доверять только если на вид, на звук и даже на запах ты будешь как одно из этих вонючих чудовищ. Зашибись. Биг Дэдди, я буду Биг Дэдди, я буду Биг Дэдди, Биг Дэдди, 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 Дэдди. Так, что надо? Пахнуть как большие папочки? Не, спасибо. Твою мать. Зашибись, блин. Давайте сходим туда, что ли, сначала, не знаю. Блин. Не дарёт. Ладно. Не трогай,
Не-не-не-не. И сюда. Лежать. Да твою же мать. Упс. Прям какое-то выживание уже идет, серьезно. Блин. Зашибись еще три хреновины собирать. Вы издеваетесь, блин. Ладно. Куда ты собрался? Сперва тебе нужно превратиться в большого папочку, а уж потом подзывать малышек. Да я-то понял. Что-то мне ни хрена нету. Чё-то я бомж, смотри. Да я что, никак не пойду? Да-да. Мне уже тут навали. Блин. Чё-то где все магазины? Зашибись. Не, нормально. Чё-то чё делать? Дай пойти, блин. Так, окей. Найди местечко. В чем дело? Откуда здесь эти сапоги? Почему они не в броне и скорте, как положено? Впрочем, не важно. Бери их, бери. Да, окей, окей, взял. Бери, бери, хватай, хватай. Хороший принцип. Черт. Мне нужно срочно... О! Тоже сойдет. Одна? Блин. Печально. Придется теперь все осматривать. Твою мать. Я найду тебя, тварь! Да сколько можно? Тут, походу, ни хрена больше нету. Так, нафиг автовзломщик. Тыкс, чё у нас тут?
Ну. Есть. Я не сделал самое то же случай. Не. Паршиво. Хоть что-то. Да. Жаль, правда, не магазин, но... Хоть что-то. Твою мать. Ангелочек. Что за ангелочек? За мать, ну ладно. А, не получится уже. Печально. Чё, там Биг Дэдди? Йоу. Батюнь. Ну его нафиг. Чё, тут ни хрена что ли нету? Куда я попал? Подвинься. Так. Сохранимся. Куда тут вообще? Ни хрена не пойму. О! Ну и чё? Блин. А это что, не костюм, что ли? Напалм. Так тут больше ничего нету. Да идите нафиг. Блин. О. Да, точно не повредит. Лучше так. О. Блин, как попасть туда? Хотя нафиг. Да иди нафиг. Иди нафиг, я сказал. Да отстаньте от меня. Так, а может сюда лучше? Тут я вот тоже не был. Ну да. Хрена я всегда ноты потратил на это. Так, вот что-то валяется. Да блин. Проклятие. Это сюда надо было отправить сапоги большого папочки, а не в библиотеку. Что за
Да, это мне ничего не дало. Только сдал его, потайпал. Печально. Где? Не трогай ее. Блин. Черт, ну это отстой, блин. Уже ненавижу это место, вот честно, блин. Так, мне, наверное, туда все-таки. Да, туда. Там, потому что я, в принципе, вроде все собрал. Ну да. Только остается туда и туда. Один хрен, денег нету. О! Ну-ка. Неплохо. Так, что еще есть тут? Припасы. Все, в принципе, пригодится. Нифига себе, зашел, зашибись. Так, туда Биг Дэдди пошел, значит, я туда. Здесь ты найдешь голосовой ящик, чтобы твой голос стал как большого бабочки. Отвратительные создания. Я уже понял, блин. Да ё-моё. Не, с аптеками, конечно, зашибись у меня. Блин. Лежать. Чё, сейчас же сдохну. Не, ну точно сдохну. Паушиво. Даже через чё. Блин. В общем, нафиг это все, если честно. Давайте, наверное, в следующий раз подружим. Да, я думаю, наверное, надеюсь, сейчас мы и закончим, собственно. Хотя, хрен знает, загадывать не буду, опять же. А ты уже загадывал несколько раз закончить, но не получилось. В общем, на этом все. Всем удачи и пока.